Где здесь написано фамилия, имя, отчество ваше? Что? Ваша фамилия, имя, отчество тут не разобрать. Я не я это представлялся, сам. Я подходил и представлялся. Но вы сейчас можете представиться? Как вас зовут? Я представлялся, я подходил. Вот здесь неразборчиво написано, кто составлял данный протокол, данное постановление. Я вот не могу разобрать, допустим. Вы простите, вы кто у нас? Юрист? Я адвокат? Пытаюсь уточнить ваши фамилии, имя, отчество. Вы погодите, вы-то кто у нас? Юрист, адвокат? Я человек, который хочет знать фамилию, имя, отчество. Мы с вами, вы пассажир, так что вы сидите, занимайтесь хорошо, своим делом. Он хорошо. Молчит.